Здорово, народ, с вами Залман, канал Hunter Zone и Farming Simulator 22. У нас сегодня ранчо. Как вы помните, в прошлой серии, как вы помните, мы начали убирать снег. Часть убрали, часть, к сожалению, не смогли. В принципе, он все снова снегом засыпало. И, кстати, где они вообще у меня, эти трактора? А, вот, где мы и закончили. Ладно, все, отключай, подымай. Так, зимнее оборудование. Короче, пока перегородим, я воротину, пусть вот так вот здесь стоит. Так или иначе, нам пока дождь не понадобится. Ну, трактора тоже до весны, как бы, пусть стоят. Все, вот так вот. Тыры-пыры. Спасибо, поехали. Сейчас у нас снова медик будет еще складироваться на нашей GMC-шке. Вот. Так, наверное. Так, L. Заглушить. Пошли. Раз, два, три. Ну да, четыре. Ну, либо можно сейчас сделать иначе. Либо мы их просто вот сюда вот так выставляем. Все. Да, наверное, давайте проще вот так выставим. А там уже чуть позже посмотрим, что к чему. Может, все-таки продам этот завод по производству рыбы. И куплю какой-нибудь другой грузовичок. А вот Toyota Dune, она как? Iveco Auto Loader. Ну, кстати. Кстати, можно было бы его взять. Он сколько? 105 тысяч стоит. Decals A, Decals B, Decals C, Decals A. Without spoiler, со спойлером. Ну, по сути, спойлер нам не нужен. Autoload, непонятно для чего, ну ладно. Ну, ладно, херня. Это уже в один цвет будет. Ну, кстати, Iveco Fiat Turbo прикольно выглядит. Ну, единственное, что стоит как бы 105 тысяч, а если в аренду за час 2205. Ну, как бы хер с ним, окей, пусть будет. Ну и GMC-шку мы тогда продаем 20 тысяч. А еще у меня вопрос, что у нас тут есть по скидкам? Вальтра. Тракторы используются для транспортировки прицепов, оборудования, но... А, это для навозной жижи, все, понял. Кран для лесопогрузки. Это на что? Сажалки, особый вид сейлок, окей. Ну, то есть, короче, ничего интересного нету. Погнали за нашим... Iveco. Ух, какой большой. Давай. Ну, скорость, скажу, у него так, конечно, не очень. Разгон, ну, тоже как-то средний, поначалу, по крайней мере. Ну, а там уже он позже, в принципе, разгоняется. И, как бы, ну, наверное, все нормально. Тормоза у него, в принципе, хорошие. Хера ты, блядь, Шумахер. Ну, единственное, что, конечно, база у него длинная. То есть в некоторых поворотах придется на встречку выезжать. Но думаю, что это не так уж в принципе и важно. Но все равно, мало ли влезет какая-нибудь карата в меня. Погрузить, работа, включить автопогрузку. Сторона выгрузки, закрепить, открепить ремни. Ну, короче, понятно. Ой, знак влетел. Хопа. Еще один знак влетел. Ай-яй-яй, как же так? Ну, кстати. Не, ну в принципе все равно, как ни крути. Прям идеально получается. Прям крутой транспорт. Ну, конечно, не сказать, что прям поворотливый, но, в принципе, для своих габаритов сойдет. Ну, кстати, если вперед он как-то с трудом начинает двигаться, то назад он как бы такой хуяк сразу же. Включить, выключить. Йо, классно. То есть 4 поддона он одним тросом перевязал. Прикольно. Уважаю. Кстати, вот если так смотреть, то вперед он с небольшой пробуксовкой едет, а назад наоборот. Вот так вот. Вообще в планах было, знаете, начать просто спать. Ну тогда, по идее, мне и GCB-шка нахер не нужна. Одна из бесполезных покупок. Учитывая, что яйца тоже туда загрузятся автопогрузкой, поэтому ладно. Он у нас в аренде или купленный? Он у нас купленный. Мини-погрузчик.
38 косарей плюсом сразу же. Инструмент 627. Итог у нас получается 113 тысяч. Уже плюсом. То есть, по сути, я этот Эвека мог уже купить. Но. Не туда полез, сука, не туда полез, блин. Так, мне нужна снова пешка. Чего у нас в аренде, что нам не нужно? Это зимнее оборудование. Возвращаем, чтобы за него не платить. Валковая жадкость и накосилка и опрыскиватель нам нужны. Здесь у нас все в собственности. Так, скидки я только что проверял. Строительство, стройка. Давай, открывай быстрее его. Ага. И вот эту вот срань продаем. Стоять. Производство. Производство рыбы, я так понял. Правильно? Правильно. Где оно? Где? Угу. 20 тысяч. При этом я им не пользовался, но продать могу за 9800. Прикольно, ладно. Бизнесмен ебучий. А есть вот такая. Она... Чем она отличается? Доход. У нее доход, блять, во сколько? В 10 раз меньше. Но стоит она почти в 3 раза больше. Вот так, если, допустим, хоп. Дай угадаю, ты не поворачивайся, что ли? Да нет, поворачивается. Так, ладно, по теплицам, что у нас тут? Фруктовые сады. А, ну где-то не те, понятно, ладно. По теплицам. Тоже ничего не... ладно. Не, ну вот это, конечно, Останкинская башня, это, конечно, писец. Ну, кстати, все равно, если так смотреть, в принципе, он повернут. То есть, ну, единственное, что по идее должно быть, типа, наоборот. Типа, его, по идее, лопасть должен в ту сторону крутить. Но это водяная помпа. То есть, по идее, если я сейчас подъеду сюда на цистерне, там будет начать заполнение водой. Или что-то я не так думаю. Ладно, поглядим. Январь я явно буду... скорее всего спать, потому что у куриц корм есть. У куриц корм есть, пчелки нам дают палеты, как бы. Вот доход от недвижимости 1106, но это именно то, он показывает, что мне в плюс пошло. Но сейчас я точно гляну, чтоб не голословить. Производство, генераторы, погнали. У нас стоит это вот 52 800 в месяц она должна давать. Производит электроэнергию, которая продается автоматически, переносит вам доход 52 800 в месяц. А как телевышка дает электроэнергию? Не совсем понимаю. Но ладно, это не суть. Плюс 4 800. То есть это как получается уже 56 тысяч. А мне всего косарь дали? Вы чё, ребят, это слишком уже нагло как-то. У меня ферма столько не стоит, сколько вы у меня забираете. Угу, плюс 4. Так, а курицы там что-нибудь вообще принесли, нет? Это заманали они, один палет мурыжат. Чё по корму 8800? Ага, один палет есть, хорошо. Капец, я в ахере. Типа, ну, 56 косарей в месяц минимум, ну хер с ним. Вычитаем оттуда затраты на аренду техники, вот это вот все, содержание фермы и так далее, но все равно не выходит на 40 с лишним тысяч, почти на 50 даже. Снег тогда заманал, 1700, но при этом у нас осталось 116 тысяч, то есть у меня списание произошло больше, чем пополнение. Круто. Не, это прям, ну, на высоте. Ничего не скажешь. Давайте там уже появляйтесь. Б. А, так, а как выгрузить? Ай, Б. Угу. Вообще, по идее, как бы уже, типа, все должно быть, нет? Он мне тут 4 палета в день выдает. Ну, 2 дня проспал, 8 палетов. Ну, по идее, все. Ну да, вот он, все, последний. Хорошо, последний палет есть. А что у нас здесь по яйцам? 2 полных палета, корм не прибавляется. Вот, прикольно. Суки, сожрали весь корм, блядь, почти. Ну, по крайней мере, который я привез, 4000. Походу, надо еще оставить какие-то производства, которые дают бабульки. Скорее всего, придется силос ставить на автопродажу, 117 тысяч. Но при этом 1800 прибавилось. Какая-то херня, поэтому собака. Что делать? С одной стороны, нахер телебашни круче. Во-первых, и эта херня продать. И вот эта херня продать. Толку от них ноль. Производство, генераторы, то в принципе, ТП. А не вот это ли за 67 я себе ставил? Тогда вообще один. Нужно что-то, кто будет приносить прибыль. Малый ветрогенератор. Ну, не, ну это капец.
Ветер есть, он приносит. Ветра нет. Ну, как бы, извините, но нет, суда нет. Антенна, антенна, антенна. А это вот такая вот. Там 4 производит электроэнергию. 4800. На это 132. Блин, дичь какая-то. Хочется ее поставить. Ладно, давай вот так. Раз и два. Вот так. Хер с ним. Не принесут никакой прибыли. Откачу тогда. Сохранение. Надо, кстати, это... так, сохранение вырубить. Все. Ну да, по сути, за 67 я и ставил себе 2. Ну, точнее, тогда поставил за 67 одну, теперь за 67 стоит 2. И посмотрим, что они там делать будут с электроэнергией, которую они вырабатывают. С которой я прибыль якобы получаю. Да. Ладно, давайте спать дальше. День сурка. Ну, как день. Тут, по сути, уже месяц прошел. 2895. Прибавил он косарь. Понятно, короче. Меня больше удивляет, что снег до сих пор идет. Типа уже 3 месяца снегопада, ну бред какой-то. Как по мне. О, все, наконец-то он прекратился. 2750. Прикольно. У меня 13 тысяч уже. Так, 1 марта. Лучше бы нахер поставил бы эти еще. Вот эти вот, а самые, как их там, блин, ульи. Давай, подъедем прямо сейчас сюда задом. Угу. Сколько получается уже? 10400. 27 это... А, ну вот получается 2 ряда он может, короче. 32 палета. Фу-фу-фу. Ну, вообще, по идее, весной мед должен пользоваться прям спросом. Весна и осень. Ну, по идее. Ну, по сути, ну, в моем понимании, потому что зимой мед нигде не найдешь. На Альме, кстати, 114. В ресторане. Ты сейчас 128, так что поедем в ресторан продавать. А, так, а яйца у нас где больше всего ценятся? Яйцо, яйцо, а где яйцо, блядь? О, так тут еще и при этом много. О, элька. Вот так вот. Еще один палет можно вместить было бы. Ну ладно, поехали. Так, сейчас тогда курам надо корма купить еще. Он не может определиться с этими поддонами, потому что они немножечко иного вида. А, ну и в принципе то, что вот это поддон с одной ячейкой. Турун-турун-турун-турун-турун-турун-турун. Так, ресторан это у нас где-то на пляже, да, там должен быть, по идее. Ну, если я не ошибаюсь. А я могу ошибаться. Я уже эту закономерность понял. Так, а, ресторан это вот здесь аж. Вообще еще ближе. Встречаете? Продукты приехали. 17999, ну нормально в принципе так. Мед и яйца. Ну яйца, конечно, маловато, учитывая сколько он тратится на кур. И корма, и всего остального. Ну, в плане меда, в принципе, это как пассивный заработок, нормально. Поддоны с МКР, мне нужна вот пшеница. Потому что курица у нас, блядь, прожорливая еще писец. А скоро еще сейчас начнется у них этот репродукция. А чё ты не хочешь? Поддоны... А, вот поддоны с МКР. Так, а теперь нас за той же самой дорогой. Заеду в сугроб, могу застрять, по идее. Ну, если бы еще реализм здесь был, вот это все. А, то есть поддонов с МКР он может только 10 себе поставить. Окей, понял. Ну, по мне что, не работает, что ли? А, нет, работает все. А спереди нет, получается, да? Да, спереди не работает. Печалька. Ну, ладно. Ну, кстати, по управлению он лучше, чем GMC-шка. Давай, 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 разгоняйся. Ну, правда, не такой быстрый, да, но, в принципе, управление, плавность входа в поворот, ну, гораздо лучше, чем у GMC. При этом этот мод, он, сука, очень старый, он, по-моему, еще с 19-й фермы импортирован. Или с 17-й, что-то такое. Его с 17-й... По-моему, если я не ошибаюсь, 17 на 19 и с 19 уже на 22 сделали. Короче, если они сейчас, ну, не начнут давать нормальную прибыль, то я их продаю, ставлю еще эти. Продаю и ставлю еще для меда. Ульи, вот, ульи. Вот так вот. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут. Ну, почти десятка, кстати, почти полная. Ух ты, их 500 штук. Так, кто у нас там самые молодые? 3 месяца, 5 месяцев, 13, 12, 2 месяца. Ага, воспроизводство 50, 100. Здесь 100, здесь 100. Ну давайте вот этих молодых и будем продавать. Выбрать, сколько их там максимум. Продать. Ага, выбрать, продать.
И получается вот эти вот по 3 на... Да, нет, стоп, все, назад. 380, все. Пусть 120 также воспроизводит. Все, а это я тогда сейчас в бункер обратно ссыпаю. Ну, не обратно, а в бункер. Пусть оно в бункере у нас хранится. Если что, в принципе, трактор с прицепами у нас есть. А, все, все 4 высыпаются, хорошо. Раз, два, три. Ну, давай быстрее. 4, все, хорошо. Ух ты, застрял. А что такое? Ё-моё. Колеса повисли, прикольно. Ну, что делать, давай вот так. То есть у него, в принципе, только средняя ось ведет. Хорошо, понятно. Хоть одна хорошая новость. Ну, или не очень хорошая. Ну, хорошо, хоть у него блокировка дифференциала на этот привод есть. Так, ну что, тогда паркуем его. В принципе, уже понятно, на что он способен. Мне это очень нравится. Поэтому думаю, что этот у нас грузовичок на очень долгий срок. Тырын-тырын-тырын. Тыры-пыры-жопидыры. Ну, давай. Вот так вот, все. Есть, хорошо, все. Ну и посмотрим, что вот эти вот два писюна смогут нам предоставить. Как они себя, ой, блин, будут окупать, какую прибыль принесут. Вот это и многое другое будем смотреть, проверять и так далее. Ну а с вами был Залман, канал Хантер Зона и маленькое ранчо Фарминг Симулятор 22. Надеюсь, что здесь все прекрасно со звуком и так далее. Потому что мне надоело каждый раз уже этот звук брать и восстанавливать.